Auch wenn der Scheich wieder anruft.
Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Сегодня синоптики пообещали нам постепенное уплотнение облачности, и к вечеру, возможен, пойдет снежок. Температура будет сегодня -7, -1 градус. Предстоящей ночью облачная погода, во многих местах снег, кое-где слабая метель. На северо-востоке есть вероятность осадков в виде мокрого снега, но небольшая. -3 градуса пообещали нам синоптики в ночное время. Завтра днем от -8 до +1 градуса. Облачно, временами снег, местами слабая метель. Напомню, завтра -8, +1. Лучшая музыка. Excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. Для тех, кто не в курсе, frog.ee – интернет-универмаг электроники и бытовой техники. Короче так, обалдел от цен везде. Заходи на frog.ee.
17 марта в Саку Сурхаль. Мировой тур Майкла Флейтли. Lord of the Dance. До конца января билеты со скидкой 15%. Лучший интернет – это самый быстрый интернет. Чтобы важные дела вы могли делать удобнее и быстрее, мы подключили интернет в новых пакетах AMD к сети 4G. И теперь он работает на максимально возможной скорости. Eine normale Frage. Eine Kurzstrecke, bitte. Ich hätte gern eine Frage. Kurzstrecke bitte. Николая Гоголя, который поставил в московском театре «Нация». Информация об этом опубликована на официальном сайте театра. Собчак исполнит роль Спахи Фёклы Ивановны. Премьера состоится 4 марта. Режиссер и постановщик этого спектакля Айма Великодштрека. Партнерами телеведущей по сцене станут ее муж Максим Виторган и актриса Анна Укова. Эмма Номаль. Отмечают создатели, постановка не будет похожа ни на одну из версий хрестоматийной комедии Гоголя. Для Собчак это не первый актерский опыт. Она сыграла небольшие роли в нескольких российских фильмах, таких как «Гитлер капут», «Энтропия», «Ржевский против Наполеона», а также работала над дубляжом зарубежных картин «Блондинка в шоколаде» и «Реальная белка». Наибольшую известность телеведущей принесло реалити-шоу «Дом-2», в числе ее журналистских проектов «Госдеп» и «Собчак живьем». В центре истории «Женитьба» Варининого.
Hallo. 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 Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Hallo. Eine Tageskarte hätte ich gern. Einen Einzelfahrschein, bitte. Einmal normal. Danke. Eine Kurzstrecke. Emma, Kurzstrecke, bitte. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why?